Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру по названию Forgotten Hill Desolutions. Так, мы остановились на том, что мы победили морского чудище. Мы переходим к бабке. Абигейл Блюментале. А старая сумасшедшая женщина, которая жила в окружении странных растений и птиц, чьи черепа она любила украшать его одежду. После обнаружения тел четырех отправленных женщин было обнаружено, что Блюментале позвала жертв в свой собственный дом, оглушила их и превратила их в морских свинок для тестирования ужасных сывороток и ядов, которые она сама производила. Ее повесили. Вот так вот. Вот так вот. Так, раз ключ. Так. Подожди. Жучок это вот этот. Потом паук. Окей, давай так. А почему порядок же правильный вот по возрастанию? Окей. Так, чего-то не хватает. А, чего-то не хватает, понятно. Мне не кажется, что мне стоит брать это голыми руками. У нас есть, чем это можно взять? Если вы думаете, что а, стоп. Я рандомно нажимаю. Так, ладно, давайте запомним. Сердца. В смысле, тут костяшки должны быть, нет? Допустим, кровь и кровь. А, они в обратную забирают. Они просто по кругу, понимаете, ездят. То есть постоянно угловы нажимаешь и все. Так, пустой флакон и шестеренки. Я предпочитаю не подбирать слишком близко к этим зубам. Тут проход еще должен быть, да. Ага. Допустим.
Бутылка соком. Стоп. Где-то комната с растением. Это ж удобрение, я считаю, нет? Ладно. Допустим. Звук теперь иной создает. Ну да, звук теперь иной создается. Так, мне есть шестерни. Так, дорогой друг, работа в клинике идет хорошо, и я рад, что смогу выполнить вашу просьбу. Надеюсь, вы найдете это существо удовлетворительным. Я тщательно выбрал части, из которой она сделана, чтобы у вас всегда был верный и внимательный охранник. Не забывайте кормить его, ведь он предпочитает свежее мясо. С наилучшим пожеланием, Этан Макмиллан. Я разве не сделал то, что птица показывала? Лучше не подбираться близко, они выглядят опасными. Это факт. А чем отличается от вот этого, я не понимаю тогда. Ну то же самое же. Так, у меня есть сок, у меня есть... Так, я же выйти снова же не могу. Да, не могу. Так вот, это они, не они. Ладно. У меня какой-то есть сок непонятный. А, подожди, а это не открывается, да? Понятный сок. Для чего мне этот сок?
Ну вот, что-то нужно прицепить. Но глаза, ну, глаза не снимает. Фиг его. Так, подожди, а где мы видели крючки с вами? Понятненько. Не, подожди. Так, давай по новой. Так, первая комната, поехали. Треугольник, палочка. Ну, правильно. Потом квадрат с палкой. Потом вот этот. После кружочек. Это я получил топор, хорошо. А у нас что-то было рубать, что-то мне не... плохо вспоминается. Для чего мне сок? Для чего мне топор? Я этого не могу понять. Хорошо, теперь у меня есть рука. Для чего мне рука? А, как же сложно. Же сложно для восприятия. Все это. Ну, голыми руками. Ну вот, у меня есть другая рука. Возьми ею. Thank you.
Че я топором не могу срубить? Короче, я должен пугало сейчас создать стрёмное. Я понимаю. Почему ты не можешь срубить? Я понял, что мне нужно два этих сюда положить. Для чего мне топор? Я твою голову заберу, поверь. Мне нужна твоя голова для пугала. Очень странно, что мне делать с топором. Теперь понятно. Что, я это не могу срубить? Что мне мешает? Я то не могу срубить, вы понимаете? Я не могу срубить. Я не знаю, что его держит. Вот, я кликаю на него. Вы видите кружочки. Мне нужно его как-то срубить. Я не могу его никак срубить. Он идет сюда. Я не знаю, как мне тыкву срубить, эту сраную. Или к чему там идет этот трамвай? Я хочу забрать этот боб. Он не забирает этот боб. Вы видите, я пытаюсь. Ай. Почему? Почему я не могу забрать. Окей, будем тогда так узнавать. Так, подожди, сейчас мы вернемся туда, где этот был. Но это нужно запомнить. Подожди, а это такое где-то уже было, да? Или нет? Что-то я как-то не помню. Ой, я не помню, куда мне идти, куда вообще мне что делать. Я пытался, вот, я пытаюсь. Нихера не работает. Значит, что-то еще нужно сделать.
Отвлечь внимание? Как вероятность очень маленькая. Я не могу принести черного. Я уже не знаю, что с этим топором делать. По идее, мне нужно найти, чем взять руками, в духе хрень. Которая в миске. Не вырубается. Не вырубуется, ножик не берется. Глаза не закрываются, цветок не забирается. Пускай тут три и тут три. Это открытый. И этот открытый, все. А, подожди. А, оно не нажимается. Ну, да ладно. Тогда ясно. Я просто чисто гипотетически не мог понять, что мне делать. Потому что я уже переколоцал все, что здесь есть. Если бы вот это забралось, было бы понятно. Ну, может быть, там мне перчатки бы дали или что-то еще. Где оно еще что-то используется? Оно нигде ничего не используется. Я забрать не могу. Тыква еще ничего тоже не берется. Ну вот просто обруби и все. Не подбирайся к ней. Мне нужно нацепить глазные яблоки сюда. Сразу топор увидел, убежал. Ладно, давайте просто ходить, проверять. Тогда с этой комнаты начнем. Ничего. 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 Подожди. А малой же улетел, да, вверх?
просто не понимаю. А что мне должно... А что мне не хватает? Там уже все изобрешено. Первый был жук, потом этот, потом это и это, все. Типа другие вещи брать, трогать не могу. Ну вот, видно, типа, нужно два глаза. Они просто не берутся. Ножик не достается. Ничего не происходит. Да ладно. Череп. Я использовал череп. Окей, это походу нужно тому чудищу дать. Я не уверен. Теперь понять, для... нахера мне голова? Нихера себе. Теперь понятненько. Ну, теперь уже все логично. Ну, ключ это с... Подожди, может быть, ключи отсюда. Так, здесь это чудовище было. А, он уже только мясо хавает, точно. Ладно, погнали, то, что нам сейчас известно, сделаем. Но оно же здесь видно. Ладно. Подожди, так муха выглядит? Короче... Так. А, там не клещ, а обычный жук. Так. Для чего мне жаба?
Для чего мне вообще эти объекты? Ладно, шляпа, ну, для пугала, хорошо. Просто зачем мне жаба? Так, сюда можно уже не возвращаться. Ну да. В принципе, и так можно. Допустим. Допустим. О, там ключи валяются. Так, а теперь вопрос, а чего не хватает? О, стоять. Мне кажется, догадался. Или нет? Ну, я фиг знаю, где вторую жабу брать. Я помню, что-то там писали, что день и ночь это... Так, ладно, где оно? Так, это история... Так, маленькие косточки, которые протворили всего жизненного цикла, производили только один очень любимый фрукт, известный как фрукт солнца и луны. Назван дано потому, что мякоть разделена на две половины, которые имеют разный вкус, цвет, и при этом плод достигает полной зрелости только в первую четверть луны. И чё? Окей, он у меня есть. Но он никуда не цепляется, тут, ну. Если бы он бы цеплялся, то да. А так он просто ни на что не цепляется. Странно. Очень странным, очень-очень странным. Я думал, это вообще еда. Так, торцевой гаечный ключ. Ключ хер... Ну подожди, может... Да. Ой. О, папулька это.
просто стоит такая около стола. О, вот моя маленькая птичка. Ты здесь, чтобы поиграть? Что ж, давай сыграем. Иди в жопу. В жопу, я тупанул. Хотя я могу закрыть по факту. Ну я просто проиграл. Дело в том, что я сразу не пошел. Ну вот и все. И тут ничего тяжелого. Как-то это вообще легкое. Черт побери, но я вернусь. Рут вернет меня только за тобой. Удачного путешествия в ад, старая клюшка. Ну слушайте, в принципе, такое. Но Рут это крыса. Если переводить, типа. Если что, мы сейчас выходим на главную часть музея. А что делаю? Тихо, мы вообще на этом заканчиваем. Ребят, всем, короче, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.